Всем добрый вечер. Всем добрый. Всем. Кроме одного. Кроме один. Он знает. Он знает, да, кто. Не будем показывать пальцы. На самом деле, хорошее время. Вот, и... Не знаю, у меня такое ощущение было, как будто мы уже на конференции, да, или нет? Потому что, когда приходит в присутствие Божие, или когда Он приходит в твою жизнь, да, здесь нельзя сказать, что, ну, там, какая-то конференция, или какое-то собрание, да, или какое-то определенное слово, которое ты получаешь в твоей жизни. Здесь немножко, как бы, можно все объединить, да, здесь и конференция сразу в твоей жизни приходит, здесь приходит слово, да, здесь приходит собрание, здесь есть какое-то откровение даже, да, здесь есть обличение, что самое главное, да, которое приходит в твою жизнь, вот, которое немаловажно, потому что иногда происходит то, что люди начинают жить христианской жизнью, но еще пока Дух Святой их не обличил о грехе, да или нет? Потому что они приходят в церковь, думают, что уже христиане, да, думают о том, что уже все налажено, да, что жизнь идет, но пока что еще даже, да, в своем сердце не знают, что такое Дух Святой, который приходит и на самом деле обличает твою жизнь, да, твое сердце, как ты живешь, да, правильным образом перед Богом или нет. И в моей жизни, например, начиналось все очень сложно, вот, как я думаю, в твоей тоже, да, если ты отлистаешь какие-то годы назад, я вот вспоминал, опять же, да, потому что каждый день, когда, допустим, я разговариваю с кем-то, мне приходится вспоминать определенные моменты в моей жизни, которыми я жил когда-то, да, там употреблял наркотики, там употреблял алкоголь, жил еще в каких-то зависимостях, да, там обманывал, там еще какие-то вещи плохие делал, там и так далее. И на улице, например, да, когда все начиналось еще в моей жизни, вот эта жизнь неправильная, да, я постоянно чего-то искал, у меня было внутри меня такое состояние, какая-то постоянная нехватка, какая-то постоянная нужда. И вот это ощущение, оно меня не покидало, да, очень долго, да, определенные годы, которые я проживал, находясь в школе, находясь в училище, находясь просто в кругу своих друзей, там, в каких-то клубах, на каких-то притонах. Всегда это ощущение, что мне как будто чего-то не хватает, да, что мне нужна постоянно какая-то подпитка, какая-то свобода, да, какая-то новая правда, какая-то новая истина, да, которую я внутри себя не понимал, но как будто всегда искал, был в таком расположении, да, своей жизни, своего сердца. И истину я искал в разных направлениях, да, я искал в уличных понятиях, в тюремных, да, со своими друзьями, которые освободились, да, которые там занимались какой-то ерундой, там тоже так же употребляли, как и я, воровали там и так далее. И для меня это была определенная истина, да, которой я жил. Я думал, что моя свобода, которая я, заключается в том, чтобы делать то, что я хочу, да, чтобы выполнять все свои желания. И когда мне родители говорили, ну, на самом деле, там, ты еще молодой, куда ты лезешь, да, то, что твоя жизнь только начинается, а ты уже ее почти прожег, да, в 14 лет, в 15 лет от моей жизни уже не было ничего, да, и уже личности не было. Потому что я был зависим от многих факторов, да, которые окружали меня. Вот. И я не был свободен, хотя в то же время думал, что я свободный человек. И для меня была свобода – это исполнение моих желаний, когда я хочу, делать то, что я хочу, да, смотреть, куда я хочу, и идти в то место, которое я хочу. И в конце концов это привело к тому, что, да, я попал очень сильно в определенные проблемы. Да, которые не только связаны с милицией, там, с какой-то тюрьмой или там, с какими-то определенными проблемами, да, где ты испытываешь какую-то нужду. Но также я попал в проблему, которая была внутри меня, да, в том, что я не понимал, да, то, что я на самом деле зависимый человек, то, что я не только завишу от каких-то наркотиков там, или алкоголя, да, что я человек-грешник, который нуждается в Христе. И это понимание, да, оно
не заставил меня ждать, да, потому что где-то в 96-м году или 97-м, когда первый раз, да, ко мне пришли люди, пришли христиане, да, церковь, которую мы пару раз посещали там с моим другом, вот, будучи наркоманами еще, и к нам пришли несколько человек, христиан, которые просто взяли для себя как служение работать с нами и говорить с нами об Иисусе Христе, рассказывать нам свои свидетельства, проповедовать нам и так далее. И я когда стоял, это все слушал, мне было в районе там 15 лет или 16 лет, и я думал, что какую ерунду он говорит мне, то, что он там тоже был зависим, там, это... Я не верил, я ему откровенно говорил, на самом деле, то, что ты говоришь, это какая-то чушь, потому что это невозможно таким образом измениться, потому что ты сейчас стоишь, не куришь, не употребляешь, не обманываешь то, что ты рассказываешь, там, женат, тогда у тебя все нормально, там, ты сейчас живешь по Библии, ходишь в церковь, там, я говорю, это невозможно, чтобы таким образом произошло, и что ты сможешь стать таким хорошим, да, как мне казалось тогда. И еще плюс ко всему, я думал то, что это... как бы немножко наигранное такое состояние, да, что они тем самым захотят завлекать меня вот в это общество, да, которое они жили. И через некоторое время, когда посещение вот этих собраний, опять же, да, я все-таки как бы перебарывал себя, начинал приходить, слушать, да, то, что люди говорили. В конце концов, ну, моя мать, она позволила, чтобы образовалась группа, да, в моей квартире. То есть там как раз была какая-то перестановка, и где-то там отказали в помещении. И несколько человек, по-моему, 8 или 10, мать сказала, что, ну, можете собираться у нас. И это был вообще шок для меня, потому что я приходил домой, чтобы готовить наркотики, а за стеной я слышал прославление, да, песни, которые мы сейчас поем. И они пели, да, они приносили гитары, они молились там за стеной. А я воровал в это время деньги из десятины, которые они приносили там и складывали в одно место, где я знал очень хорошо. И на самом деле для меня это было, как бы я думал, что я даже беру на нужды, на которые у меня есть. Потому что десятина, я знал, да, что она идет на нужды церкви. Я думал, что я тоже церковь, и она идет на мою нужду. И на самом деле я очень сильно перепутал, да, в своем понимании вещей. И плюс ко всему... как бы я понимал то, что как бы моя жизнь, она идет, ну, в упадническое состояние. Плюс ко всему, меня очень много пугали тем, что мой отец был наркоман, и это у вас все заложено в генах. Да? Мне говорили, ты проклятый человек, ты закончишь одинаково, как твой отец. Потому что мой отец, он уже 14 лет первый раз сидел в тюрьме. Да? И когда мне было 15 или 16 лет, в то же время, про которое я сейчас говорю, я узнал, что его убили, да, за то, что он задолжал кому-то кучу денег, он продавал наркотики, и в итоге он попал, короче, с какой-то, ну, ситуацией. И смотря на все это, да, все вот это обдумывая, все вот эти моменты, когда мне разные женщины, разные ребята там, зная вот эту ситуацию, ну, в моей семье, они говорили, что, ну, тебя ждет то же самое, ты не думай, что ты сможешь этого избежать, потому что с этой образом жизни, который ты живешь, на самом деле закончишь то же самое, как твой отец. И на самом деле это было проклятие такое родовое, да, которое преследовало меня всегда, вот в то время. Да. И один момент, ну, всегда, когда начиналось собрание у меня дома, там, да, одна женщина, лидер группы, она всегда мне говорила, ну, посиди с нами, мы за тебя помолимся. Вот, и они уже там, на самом деле, по-моему, 13 или 15 человек даже было. Они говорят, приходи с нами, посиди здесь, мы за тебя помолимся, там, все, будет все нормально, все. Я говорил, ну, ладно, хорошо. И приходил, сидел вместе с ними, закрывал глаза, пытался что-то там говорить, вот, не понимая чего, в состоянии опьянения, да. И они мне говорили то, что, ну, ты, мы будем все равно за тебя молиться. Я говорил, да ничего не происходит, что, я вот уже здесь несколько раз, и уже год здесь сижу на этих собраниях, ничего не происходит. Также я наркоман, также я в таком же состоянии, который я был, да, и ничего не происходит в моей жизни. И на самом деле однажды, да, это произошло в 99-м году, вот, мне дали телефон центра, да, и, ну, сказали, что это христианский центр, там, 5-10, все, приезжай туда, вот, и там ребята тебе помогут.
И я не думал даже, нужно мне, не нужно, я просто собрал вещи и уехал. Вот. И когда я пришел, когда я начинал видеть эти лица, да, опять же вот эти улыбки, которые я уже видел несколько лет, да, подряд, вот эти разговоры об Иисусе Христе, о том, что Бог может изменить твою жизнь, я нисколько не удивился. Да, я знаю, что многие люди пришли и начали слышать об Иисусе, и для них это был какой-то шок, да. Для меня это была обычная вещь, да, которую я даже не удивлялся, я даже поддерживал. И говорю, что я даже на языках могу говорить. Они говорят, на языках можно говорить? Ну-ка, скажи что-нибудь. Я говорю, если я скажу, ты будешь в шоке. И на самом деле так все проистекало, да. И я думал, ну, где же Иисус на самом деле? И где же вот эти изменения, которые мне обещали, да, которые мне... Да, говорили, что на самом деле это может произойти в твоей жизни. И время проходило, да, месяцы проходили, и только я не слышал одно, да, в своей жизни. То, что мы будем за тебя молиться. Люди, которые были вокруг меня, постоянно мне говорили об этом. Ну, пойдем с нами, будем за тебя молиться. И я на самом деле, я не знал даже, хочу я этого или нет. Но постоянно кто-то мне сказал об этом, да, кто-то мне говорил. Мы будем все равно за тебя молиться. Бог может изменить тебя. Да? Если Бог изменил наши жизни, Он может изменить твою жизнь. И на самом деле Бог не заставил себя ждать очень долго, да, потому что не было какого-то дня, который многие люди даже на стене записывают число. Я был в церквях, например, да, в нескольких, да, там, и в одной из церкви, в которой мы приехали один раз в гости, они говорят, хочешь посмотреть, когда мы покаялись все? Здесь все записано у нас, и у них более-менее такое помещение было, кафе ихней церкви, да, где они там угощали гостей, кушали сами, вот, и проповедовали там между собой, молились друг за друга. И там была стена изрисована, прям сверху донизу, там было число и имя человека, да, который там находится в этой церкви. И каждый, да, кто покаялся там однажды, он... Писал там, то 10 там, января такого-то года, там, я пришел к Богу, Бог меня спас. И на самом деле я, ну, как бы про себя говорю, да, то, что в моей жизни не было такого. Я не помню числа, я не помню месяца, я не помню каких-то подробностей там глобальных, да, как там Дух Святой меня нашел, и я там упал на колени, и у меня брызнули слезы, как в душе, да, все брызгало здесь, я плакал. Такого не было в моей жизни. Я только лишь помню, что... Проходило какое-то время, и осознание, да, в моей жизни приходило, да, то, что нужно многие вещи пересмотреть, на то, что, как я жил, да, на то, как я двигался, что я говорил, каким образом. Да. Я помню, всегда меня преследовало такое ощущение, что я ненавидел людей, я не хотел ни с кем общаться, я не хотел ни с кем дружить. Там, да, еще я когда жил на улице, до того, что я попал в центр реабилитации, и у меня всегда был какой-то негатив, да, сплошной, то, что мне охота было ругаться, рычать. Я помню, когда я пришел, когда люди были рядом со мной, это желание, оно продолжало, да, потому что то, что было внутри меня, охота была это выплеснуть, да, наружу, ругаться с людьми, спорить, короче, там, еще какие-то моменты. Может быть, это не так было явно, да, что там какое-то ругательство физическое, но внутри меня был настоящий скандал, потому что, да, во многом я был не согласен. И я помню в процессе, да, Бог работал со мной, и происходило таким образом то, что вдруг внутри меня, да, появилось что-то, которое я никогда, ну, не ощущал, не понимал. Да, те люди, которые меня ругали, я начал посмотреть, ну, начал смотреть с другой стороны, да, на них. И мне захотелось наоборот сказать, ребят, спасибо, что вы мне направляете в мою жизнь, потому что на самом деле... Я, ну, не понимаю, что со мной происходит. И то, что вы говорите, это действительно правильно. Это то, что в Библии написано. И на самом деле так должно быть. Я помню, что я обманывал, да, в своей жизни. И даже когда я пришел в центр реабилитации, я обманывал людей. И я помню, когда время проходило, я помню, пришел к тем людям, которых я обманул. И я сказал им об этом. Ты знаешь, я вот эти месяцы тебя обманывал. Я больше не могу так жить, я больше не хочу. И я им рассказал всю правду, да, то, что... как со мной было, что со мной не было и так далее. И на самом деле я сам не ожидал от себя, потому что мне вдруг захотелось наоборот общения, да, с христианами, чтобы с ними говорить, чтобы открывать им свое сердце, говорить им свое свидетельство, да, то, что я чувствую, там, то, что я переживаю. И я начал чувствовать, как Бог освобождает меня, как Он меня поднимает, да, с колен греха,
и ставит на ту, уже другую позицию, да, уже человек, который очищен, да, человек, который обновлен. И слава ему за это, на самом деле, потому что я всегда, как я говорил, что я искал истины, да, но я не понимал, что истина, она сама меня нашла однажды, да, я не понимал то, что в моем сердце я желал вот этого, да, близости с Богом, потому что я помню, что, ну, одна, тоже в этой группе, там была одна девочка, она была очень маленькая, но она уже была христианка, да. Ну, не знаю, была ли она христианка, но я, она была дочка одной христианки, которая была уже там 16 лет там, в этой церкви. И она однажды сказала, то, что, ну, я однажды пришел определенный раз в эту, ну, в эту группу к ним, и она мне сказала, о, Вадим, он скоро будет нашим, короче, я испугался, я думаю, что это значит, короче, я буду ихним. Вот. И спустя несколько лет, да, когда уже я был христианин, я вспоминаю эти слова постоянно, да, которые она сказала. И вот эта женщина, она была там рядом, она сказала, Вадим, смотри, пророчество для тебя. И я на самом деле боялся, что это пророчество действительно сбудется в моей жизни. И то, что я боялся, оно на самом деле сбылось, понимаешь, в чем дело в итоге. И я стал христианин, да. Но не потому, что я стал такой хороший или еще что-то. Нет, я одинаково такой же, как я и был раньше. Там то, что просто у меня есть понимание, да, и то, что есть Дух Святой, который направляет мою жизнь, показывает мне, каким образом, да, я должен делать, и каким образом я делать не должен. Как я говорил, я искал истину, да, но истина сама нашла меня, да, и это было, я думал, я искал свободу, да, но свобода, она сама меня нашла. Я думал, что я освобожденный человек, делая свои желания, но когда я стал христианином, я понял, что свобода – это выполнять желание Бога, да, что свобода на самом деле – это служить Ему. Не потому что Он хочет, да, чтобы мы Ему служили, но потому что нам самим это нужно, да, служение Ему. Когда мы свою жизнь ставим перед Ним, когда мы ее отдаем, да, когда мы свое сердце, когда мы пускаем в себя Иисуса Христа, да, когда мы вот это главное место, которое есть в нашем сердце, да, мы отдаем Ему, чтобы Он действительно был на престоле, да, нашего сердца. И один стих мне очень нравится, вы его все знаете. Не знаю, я закончу ли я им, или оставлю призыв, или там, да, мы сами решите, да, то, что мы будем с ним делать. Написано Евангелие от Иоанна 14:6. Иисус сказал, да, здесь говорится Фоме, да, который был уже какое-то время с Иисусом, и сказал в 5 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна, он говорит, Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь, да? Иисус сказал ему в ответ, я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. И на самом деле это, да, я считаю, что это один из коренных, да, стихов Библии, который является опорой, да, христианской жизни, что если ты искал, да, в своей жизни истины, да, если ты не мог найти, да, может быть, ты спотыкался много раз, потому что я спотыкался много раз об свои желания, об свою гордость, об свой характер, да, я продолжал грешить, да, и думал по-разному, оправдывая себя разными моментами, там, даже касательно Библии и так далее, да, но Бог, Он показывал мне, да, что я есть путь истинной жизни, никто не придет к Отцу, как только через меня, да, как только через Иисуса Христа, что если только мы во Христе находимся, если мы только соблюдаем, да, Его Слово, если мы только живем в Евангелии, только в этом случае мы можем прийти на небо, в этом случае мы можем только быть освобожденными людьми, да, которые действительно познают истину, и которых истина познает. Потому что то, что мы узнали Бога, это на самом деле очень хорошо, да? Но то, что важно на самом деле, это чтобы однажды Бог, Он узнал тебя, да? И когда ты придешь к Нему однажды, да? Потому что мое желание, это однажды умереть, да, во Христе, умереть в Боге, да? Уйти действительно к Нему с чистой совестью, да? Уйти к Нему, чтобы, да, чтобы прийти к Нему без страха, да, чтобы, как в Библии написано, что, да, тот, который был, да, рабом, он придет, и чтобы Господин сказал, приходи, да, мой добрый раб, да, ты мне служил, и я это знаю. И на самом деле, как хорошо, да, чтобы мы с таким сердцем находились перед Ним.
И я не знаю, конференция это будет собрание, я не знаю, будет ли это проповедь отсюда, да, или же это будет просто человек, который тебе скажет два слова, да, или же будет говорить тебе, или же ты будешь молиться сидеть сегодня, да, вечером, я не знаю, в своей комнате, как мы говорим, да, спрятавшись тайно, там, и говорить своим отцом. Может быть, ты будешь ехать в машине, да, может быть, ты... Я не знаю, где Дух Святой найдет тебя. Я знаю, что в разных местах, где я не находился, Дух Святой, Он находил меня. И когда я что-то делал неправильно или, да, имел какие-то неправильные мысли, я знал, что этот стих, он приходил ко мне, да. Я есть путь, истинная жизнь. Вот эта истина, она разделяла внутри меня и показывала, да, на то, что есть неправильно в моей жизни. Она как шаблон, да, который я одевал на себя и который я одеваю по сей день. И я сразу вижу, да, когда истина приходит внутри меня, как вот мне понравилось, мы с Женей разговаривали, он сказал, что глаза открылись, да, когда он был там где-то и находился в каком-то другом месте, да, поменял обстановку, поменял атмосферу, слышал какие-то другие слова, может быть, или может быть те же, но просто уже понимание было другого, что как будто глаза еще больше открылись, да, на какие-то моменты. Может быть правильный, может быть неправильный. И это работа Духа Святого. И на самом деле это то, что не хватает иногда, как бы в нашей жизни, в наших сердцах. Как я уже сказал, что не жди, да, какой-то конференции, не жди там еще одного призыва, да, который будет и так далее. Ищи Бога на своем месте, да, на своем позиции, в которой ты находишься. И я знаю точно, что Он... Он будет отвечать, он будет работать в твоей жизни. Потому что в моей жизни это произошло. Написано, что Иисус, он сделался клятвой за вас. Да? Он говорит, что он понес на себе все наши немощи, все наши проблемы, да, все наши грехи. И однажды в моей жизни это сбылось. Если бы я поверил тогда, что мне сказали, да, то, что мне врачи сказали, ну 2 года максимум ты проживешь, когда мне было 18 лет. На сегодняшний день мне 37, да, у меня есть жена. Я, ну... Во Христе 18 лет, да, нахожусь, или 17, вот. И я понимаю то, что если бы я поверил и думал об этом, да, то, что мне сказали, родовое проклятие, твой отец наркоман, и ты на самом деле закончишь так же, да, в каком бы состоянии я находился. И слава Богу, то, что он сделался, написано, клятву за вас, да, он все проклятия, которые были, да, он поменял на благословение в твоей жизни, да. По крайней мере, в моей так произошло. Я знаю, что в твоей тоже может так произойти. Поэтому не гороскопы, поэтому не какие-то колдуни, да, не какие-то родовые проклятия или какие-то болезни, они не способны забрать у тебя благословение, которое есть у Бога для твоей жизни. Я уверен в этом. Поэтому не сомневайся в этом, иди вперед, да, и ищи Бога на самом деле. И я не знаю, может быть, можем еще молиться, да, сегодня, и открывать сердца, да, перед Богом. Не сердца, вернее, потому что у нас одно сердце, да, или нет. Может быть, у кого-то два, я не знаю. Говорят, что есть такие люди, у которых есть два сердца, да, его в одно стреляют из пистолета, он зажимает, а у него еще второй бьется. Но я думаю, что мы не из таких людей, слава Богу, тоже, да, или нет, что у нас только одно сердце. И вот это одно сердце, которое у нас есть, хорошо, что мы можем отдать его Богу, потому что не сомневайся, да, в том, что он может изменить тебя, да. Я знаю, что в каком бы ты ни был состоянии сегодня, да, много раз мы говорим, что благодать Божья, она может закрыться, да, для человека. И на самом деле куча историй есть в Библии, где так и было, да, что человек уже при жизни, он испытал на себе, да, того, что... Да, Бог уже забрал свою руку, и он уже не мог прийти, да, к Отцу, не мог прийти в присутствие Божие. Но также я знаю, да, что написано в Библии, написано, что спасибо Богу, да, что Он не истребил нас, когда мы еще непонятные, да, вещи делали. И говорят, что потому что милосердие Его обновляется каждый день. Аминь. И это не значит, что мы должны этим пользоваться, да? Что, ну, я курю, пью, там, исполняю, имею любовниц, там, еще чего-то, да, живу неправильным образом жизни, и все равно милосердие Его обновляется каждый день. Как хорошо! На самом деле, это, мы не про это говорим, да? Но это говорит о том, что Бог, Он ждет людей, и каждый день, да? Мы открываем глаза, и еще одна возможность есть сегодня, да, что прийти к Нему же. Он ждет, что все равно твое сердце, оно покается,
Да? Он ждет, что все равно твое сердце, оно придет к нему. Да? Что твое сердце, оно отвратится от своих путей, на которых ты жил неправильно. И я это знаю, я это говорю. Почему? Потому что это было в моей жизни. Да, это в моей жизни так происходит. Если бы я поверил когда-то на эти слова, которые мне все сказали, какие-то лжепророчества, да, которые мне говорили, ну, ты попадешь, ты все равно, это генофонд, который ты умрешь там и так далее. Запугали меня очень сильно, да. Но на самом деле вот эта паранжа, она упала однажды с моих глаз, да. И Бог явил свою милость, явил свою благодать. И вот этот стих, да, «Я есть путь истинный и жизнь». Давайте о нем будем думать, да, то, что никто не приходит к Отцу, как только через меня сказал Иисус, да, то, что давайте будем искать его, молиться ему. Аминь.